Пожалуй, наверное, трудно сегодня найти другое столь явное проявление современной глобализации, как миграция. Миграционные процессы в современном мире отражают и сложность, и противоречивость, и неоднозначность мировой политики в 21 веке. Миграции – это и острый вопрос внутренней политики государств, но это и серьезная проблема современных международных отношений, международной безопасности в целом. Миграция – это, с одной стороны, угрозы и вызовы, с другой стороны, это ресурсы развития. Это головная боль, наверное, для чиновников всех стран, но это и наше общее дело – государство, общество, средств массовой информации, институтов гражданского общества. Это, в конечном счете, наша с вами повседневная жизнь, с этим мы сталкиваемся и на работе, и в магазинах, и в школе, и во дворе своего дома. О динамике и географии будущих миграционных потоков, конечно, можно долго спорить, но большинство экспертов едины в том, что масштабы миграции будут только возрастать, а попытки искусственно сдерживать эти процессы, скорее всего, окажутся неудачными. Только на протяжении текущего десятилетия постоянное место жительства могут сменить около 1 миллиарда людей, человек. При этом ни одна страна мира сегодня, наверное, не может похвастаться тем, что она нашла идеальную стратегию управления миграционными процессами. Есть, наверное, более успешный опыт, есть очевидные неудачи, но в конечном итоге все мы учимся управлять миграциями в современном мире. И процесс обучения этот, к сожалению, должен быть постоянным, он не может быть легким. Разумеется, для России вопросы миграции стоят особенно остро. Пожалуй, нет такого аспекта миграционной проблематики, который бы так или иначе не затрагивал сегодня нашу страну. Для нас в равной степени актуальны проблемы и иммиграции, и эмиграции, транзита и беженцев, возвращения соотечественников и приема у себя вынужденных переселенцев, трудовая миграция, миграция образовательная. И хотя Россия на протяжении многих веков своей истории была перекрестком миграционных процессов, многие вещи сегодня приходится открывать заново. Многому приходится учиться, в том числе и у наших зарубежных партнеров. Вот, многотомное издание «Миграция в России» является нашей совместной с ФМС попыткой суммировать, обобщить тот сложный и подчас болезненный процесс становления миграционной стратегии России в начале 21 века. В этом процессе участвовали и федеральные государственные структуры, и российские регионы, и наше экспертное сообщество, и многочисленные некоммерческие организации, и средства массовой информации. Скажу сразу, отбор текстов был непростым для включения в эту хрестоматию. Нам хотелось, с одной стороны, представить как можно более широкую палитру взглядов и подходов к миграционной проблематике. А с другой – избежать включения в хрестоматию легковесных, тенденциозных и политически ангажированных материалов. Насколько это получилось, судить читателям. Мы надеемся, что данная работа будет востребована. Будет востребована в университетах, в академических институтах и, конечно же, в государственных учреждениях. Я не случайно начал с университетов. Я считаю, что, вот, как я сказал в начале, этот предмет, которым мы должны учиться и им овладевать. И это надо делать, если не со школьной, то уж с университетской скамьи совершенно очевидно, потому что с этой проблемой будут все сталкиваться, где бы, на каких бы участках, где бы кто ни работал.